Фестивали пройдут и в Каменском районе, и сразу три. Один из них в Окнице. Там масштабно отметят День Ивана Купала. На праздник приедет легендарный Ион Суручану и потрясающие приднестровские голоса Петр Длужневский и Наталья Кирка. В самой Каменке будет камертон, а в селе Валиадынка – семейный фестиваль ромашки. Камертон будет в очень ярком формате. В эту субботу у нас в гостях муниципальный ансамбль песни и танца «Приетиния» из города Бендеры. А в воскресенье у нас будет два события, связанные с проектом «Каменка Фест Плюс». Мы попробовали проводить в новом расширенном формате сельские мероприятия, которые можно вполне назвать фестивалями. У нас в 11 часов фестиваль ромашки в селе Валиадынка. Мы называем его «Семейный фестиваль ромашки». Со своей тематикой посвящен он Дню семьи, любви и верности. На фестивале в Валиадынке также будет приетиния. В этот же день, вечером, в 8 часов, начинается вечернее мероприятие, поскольку оно связано с ночным антуражем. Это фестиваль фольклорный Ивана Купала. Будет большой концерт, в котором будет участвовать Ион Суручану, известный на всех близлежащих территориях исполнитель. И наши приднестровские исполнители тоже очень хорошего уровня, Наталья Кирка и Петр Длужневский.